музыка, яркие воздушные шары, нарядные кадеты. Так приветствовали в Театре оперы и балета учителей нашей республики. Работать с детьми, их воспитывать – все это про педагогов. Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя. В адрес работников образования звучат самые теплые слова и пожелания. Сердце и душа учителя с учетом уклада жизни российского многонационального рода, уклада жизни жителей нашей Чувашской республики – это практически незаменимые вещи. Потому что любой ребенок, приходя в садик, приходя в школу, дальше среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование, чувствует вас, и всегда дети считали, считают и будут считать вас второй мамой. За это вам низкий поклон. Хочется пожелать вам мира, согласия, творческих дальнейших успехов. Лариса Лушина в числе 6 педагогов, которые сегодня получили почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской республики». 28 лет она посвятила обучению самых маленьких школьников. У меня никогда не стоял выбор, кем быть. То есть, когда только я пошла в школу, я уже знала точно, что я буду учителем. И причем не просто учителем, а учителем начальных классов. Я просто не представляю другой работы и жизни без моих учеников. Олимпиады, конкурсы, методические разработки. Работу педагогов сложно переоценить. И правительство республики заботится о том, чтобы труд преподавателей оценивался по достоинству. В этом году денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей получили 9 педагогов республики. В их числе и Алена Ядрецова. Сейчас в ее планах разработать учебник по чувашскому языку для русскоязычных школ. Символично, что сама она решила преподавать чувашский язык после прочтения книги нашего великого автора. Серьезный шаг я сделала, когда я прочитала такую великую поэму «Нарспи» и была удивлена, поражена языком. Действительно, очень богатый язык. И все переводы, которые имеются на русский язык на сегодняшний день, они не заменяют вот тот язык родной, оригинал. Потому что Иванов – это действительно гений. Педагоги республики могут не только чему-то научить, но и сами подать хороший пример, взять хоть выступление на сцене. И тут педагогам нет равных. Традиционно в День учителя в Чебоксарах за победу борются педагогические хоровые коллективы республики. Уже который год награда за лучшую песню на чувашском языке уезжает в Урмары. Что касается песни на русском, то и в этой номинации приз снова достается учительскому хору из Алатыря. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.